Всем привет, дорогие друзья! С вами Архангел Владимир и Чертик Еретик. Да, привет всем! Привет, зрители! Привет, кто нас любит, кто не любит, кто любит Спаси Голд. Может, кто-то приходит просто нас послушать. Сегодня будем комментировать для вас и показывать конкурс от группы ВКонтакте. Спаси Голд, как всегда, в среду. Ребята у нас собрались уже. Мы уже на карте. Игроки вот-вот зайдут. Ну а тем временем Владимир у нас представит помощников. Так, давай я тебе сначала дам представить игроков. Их нет? Да, ну мы немножко выделились из карты, технические проблемы, не волнуйтесь, все нормально, скоро вернемся. Игроки у нас уже зашли. Ух, как они хорошо-то залетели, а. В общем, у нас сегодня на карте Бэмби, Брап, Мистер Вуди, Доктор Хаус, Ретромен 6, 1-234-2-0, Зевс Васила, 25 Ливон 25 и, по-моему, Мистер Президента не называл я, да. Да, так, за помощники играют Киса Киса, Крушитель, Скилл Москвы, Кулинар, Арген, Константин, Импровизор, Кот Смайл, Шот и Эспортс. Ну что, как ты считаешь, долго мы затянем сегодня? Я думаю, долго. Помощники настроены, там у них спрашивал, как они вообще планируют. Какой гол сегодня станет основным? Как всегда, наверху? Да. Что там стоит, охраняет и испортит его. Да, у нас впереди праздники намечаются, такие небольшие, вроде праздник для девушек. Если еще 23 февраля можно назвать общим праздником, защитники-то в танках онлайн все, считай, то 8 марта, как говорится, грубо женский день, но празднуют все. Да? Кстати, было бы неплохо разделить танк на женский и мужской, да, и потом выдавать скидку только тех, кого в профиле стоял бы женский пол. Ну, да, это надо будет вводить молодые, специально, как-то в бане. Когда регистрируешься, ставить женский пол или мужской. Да-да. Ну, в общем, у нас что планируется? В общем, 3 дня у нас будут вместо золотых ящиков падать черные ящики, то есть каждый ящик будет контейнером, поэтому звуковая сирена может означать всегда черный ящик. Возможно, только если какой-нибудь негодяй не будет скидывать свои. Тем временем нас взяли золотой ящик 1, 2, 3, 4, 400. Да, ящики потихоньку забирают. Вот сейчас, наверное, через крушителя проедут все-таки ребята там. Ну, чуть-чуть не получается. Все. Изида не видит, что его надо подлечить. Ну и взяли ящик. Мистер Президент, поздравляем. Да, так, и еще что-то хотела сказать. У нас будут двойные фонды в субботу. В субботу, да, двойные фонды в Днепро битв. И также скидки на гараж в пятницу 30%. Ну, буквально на все. И еще чуть-чуть скидок на МПК в воскресенье. Тоже хорошим бонусом. 50 на 70. Поэтому заходим, не стесняемся. А также не забываем про скидки в магазине и постоянное специальное предложение. Кстати, слили Аргента. А также не забывайте, что будет новая анимированная краска. Ты ее себе купишь? Нет. Как она тебе вообще? Как анимированная краска? Она похожа на мозаику. Вот, немного. Я тоже об этом подумал. У меня есть мозаика, и она вот прям точно-точно напоминает ее. Спектр и мозаика. Смесь. Да. Начало особенно желтое. Это. В общем, да. Ну, смешно будет посмотреть. Она увлекает глаза. Я вот такая яркая. Не знаю, вот начислили игрокам уже у нас анимированную краску за победу в войне? Нет, еще рано. Еще не начислили. Ну, то есть, кто не видел анимированную краску за победу в войне, всем удачи, терпения, как говорится, всех благ. В общем, крепитесь, ребята. Этого стоит. Ну, может, кого-то, конечно, порадует. А может, у меня были неоднозначные чувства к ней. Так, Дон Хаус взял. Да, Доктор Хаус забрал, у нас остается 2.
Да, два ящика остается, один вверху и еще один на центре. Ну, центральный, думаю, быстро заберут. Да, кстати, хочется узнать вообще, расскажите нам, вот выдали кучу, кучу просто контейнеров, неимоверно, миллион, там сказала статистика нам от танков онлайн, миллион контейнеров выдали всем игрокам. Вот поделитесь, может, что-то у вас такое особенное выпало, расскажите, я чат читаю. Как у всех обычных игроков, нар, 150 аптек, кристаллы, ну и куча-куча мин. Да, поправляют меня, что это не аргента, а аргента, она девушка. Ну, простите, пожалуйста. Даже, по-моему, ее зовут. Ты даже не помнишь точно? Не, Дарья. А, по-моему, раньше Брэм было. Для тех, кто не знает, Брэм — это батл-модератор. Те люди, которые посвятили работу, ну, защищая людей, а плохих людей, которые читерят, саботажничают. Да, как всегда, пока ничего не интересно. Но в основном, я думаю, что сегодня быстро заберут голд, вообще должны, потому что у нас в основном зашли сегодня как раз такие люди, которые занимаются профессионально этим. Если можно так назвать. Да. Целый клан, поэтому долго не заставят они себя ждать. Вообще, мне кажется, что они заберут этот голд по центру и просто уйдут. Они скажут, нам один не нужен этот голд. Да, и опять протянется СГ, но долгое-долгое промежуток времени. Ну вот, вот пошли ребята, видно, задержка была у нас небольшая. Наконец-то делятся, говорят, 100 тысяч кристаллов. 1000 нары, все 10 голдов, граффити. Ну, поздравляю, это орден. А граффити это красивая краска, кстати. Я ее, по-моему, самый первый покупал. Комплект был. Угу. Да. Вот есть еще у кого-то премка, вот тут куча. Мята, космос, калейдоскоп. Ну, красивые краски, я считаю. Космос точно красивый. Да. Мята из у нас из магазина, поэтому тоже. А мне люди писали, что некоторым выпадает не синестезия. Угу. Назовите, может, некий счастливчиков. Ники не писали, говорили. Ну и скриншот скидали. Это же не я, который достает из трех контейнеров за бонусную неделю синестезию из первого. Ну, кстати, есть такие люди. Ну, это я же говорю. Это было месяц спустя после того, как ее ввели. Я тогда, конечно. О, я помню первую удачку. Что жестко, дефит Константин, а? Тринсасову усмири, Константин. Кстати, однако. Константинову поломатый, то теперь это красивый. А до этого был некрасиво, ай-яй-яй. Ездил там всяких красках, лучший помощник 2017 года, плюсикой. Да, кстати, как тебе краска? Краска какая? Вот, 2017. Ну, надо же честное мнение, которое вписывается в формат нашего видео, и оно не противоречит цензуре. Поэтому краска суперская, вот так скажем. Больше я ничего не могу сказать. Небольшой паркур они делают в Вуди с доктором Хаусом. Неплохо. И вообще краска прикольная. Еще бы, если бы сделали ее анимированной. Может быть, оно того стоило. Размечтался. Ух ты, да. Размечтался. Хватит, что контейнеры выдали. Не, как вам война была, Иэн? Да, хочется узнать, какое количество, назовем в кавычках, мультов в режиме ДМ вы заметили за ту или иную страну, фракцию. Кстати, еще вот такой вопрос, точнее не вопрос, а интересно. Смотрели многие, наверное, стрим с орехом, с пушкой, а вот где он рассказывал о ее особенностях и вообще особенностях формата нового. Кто не в курсе, это будет новый формат. Вот, и, конечно, многие вопросы остались такие незаконченными, неотвеченными, но большинство, конечно, он ответил. Также вообще, я, кстати, на днях увидел параметры этой самой пушки, не знаю, это будет именно эти параметры, либо они еще поменяют.
Ты видел параметры пушки? Нет, не видел, но я знаю, что это машина для убийства будет. Ну, там, в общем, выходит, что урон, как у рельсы. Урон как у рельсы. Стой, это одна рельса. Одна рельса, но я так понимаю, что и массовый урон общий, то есть для пушки, там, где 6 снарядов, и то одинаковый, то есть сумма. Смесь страйкера? Да, то есть это же... Я просто не знаю, как это описание влияет, может они как-то скрыли это, знаешь. Тоже не стоит слишком заморачиваться на пушку, на описание пушки, которое никто никогда не увидит в гарже у себя. То есть это чисто для них написано сейчас описание. Да, многие, кстати, верили, что она будет купаться за деньги, за реал, также за кристаллы. Нет, она будет в особом режиме. Режим будет как ГМ. Я думаю, счастливчику дается этот танк. Если вы его убьете, то вам такой же танк, и вы на нем катаетесь, пока вас не убьют. Мне вот интересно, ты видел таких, так скажем, штатских тестеров, которые это тестили? Да, я встречал одного товарища. И как она тебе самому поет? Ну, скажем так, я был бы не против на ней прокатиться. Я думаю, все наши зрители не против были, чтобы прокатиться. Ну, знаешь, вот это... Купи, вот кто думал, что ее можно купить, да, в принципе. Покупаешь ты эту пушку и представляешь, ну, скажем, хотя бы ты один в команде, ну, то есть, там, я не знаю, там, 10, скажем, она стоит, там, не знаю, там, как 3 спецпредложения с анимированной краской, скажем. Вот. И покупаешь ты эту пушку, причем ее нельзя будет одеть там, или сразу с танком целый покупаешь там, за донат. Ну, в общем, как-то покупать, не суть до дела. В общем, она у тебя в гараже, и ты заходишь в бой. Вот, а ты один на 20 человек в команде. То есть, и ты понимаешь, либо ты становишься в деф, либо ты в атаку идешь, без разницы. Флаг не увезут, флаг не перевезут. Потому что ты очень сильно доминируешь по сравнению с остальными. И как Орех сказал уже, резист от рельсы и страйкер не будет здесь помогать. То есть резист, то есть нулевый. Это мясо вокруг, считай. Ну, так и есть. А давай представим на секунду, как будет конкурс СГ или ПА проводиться, если у всех помощников будут такие пса. Я боюсь, он может и будет проводиться, но показывать мы его точно не будем. Да. Поэтому на эти 940 минут ребята будут ездить, а никто здесь столько не будет убираться. Пока я вижу, то меня как-то пугает то, что они еще центральный голд не забрали. Песенка будут играть и сдаются. Ну, там, я думаю, они до сих пор... Вот, перевернули Константина, Сева это сделал, красавчик. Так, да, респект. Минус, 1000 мин. И Константина убили. Правда, я не увидел, мины пропали у него или нет. А, чуть-чуть пропало. Ретромен у нас в минусе лежит. Сейчас Девство Силы залетает. Все минки аккуратно объезжает. И, в принципе, шансы есть. Красавчик. Поздравляю его. Да. Так. И, ну что, оправдаются наши ожидания. Они все выйдут или поедут все-таки наверх? Ну, помощники точно уже перебрались у нас на левый фланг и будут тут уже дефить. Ну, а что сказать? Надо, да? Да, эспортс киса-киса и шот минет ему. Кулинар защищает его. А у нас тем временем голд. Угу, еще один голд спрашивают, где он находится. Интересно, забросили его рандом? По-моему, голд где-то внизу у нас падает, поэтому сложности не будет забрать его. А, в уголке падает. Да, ребята уже нашли. Да. По-моему, Зевсову силу сейчас столкнут, если я не ошибаюсь. Или Ливон держит всех остальных. По-моему, Ливон держит. Паркур или... поехал. Или? Бэмби заберет, наверное. Брат, не угадали. Да. Брат.
В данный момент я вижу большой ОП у крушителя. 62. Никогда не считал за хорошее ОП на спаси голде или победе админа. Это потому что там издеваются над танкистами. Просто их да, бесит. Если посмотреть самый большой ОП у танкистов, то это 0,6. У доктора да. Хаус. Доктор Хаус затащил двоих аж помощников целых. Может, конечно, это был один и тот же какой-нибудь, но не думаю. А все может быть. Кстати, возможно, больше-то здесь убили помощников, кто-то из них. Просто когда же они самоуничтожаются, килл минусуется, ведь так, поэтому не совсем верная статистика, скажем. Да, совершенно верно. Так. Импровайзера хотят слить, но киса-киса, как всегда, спешит на помощь. Когда же он уже генус это получит? Хватит ой. Сидеть в командоре. Да. Однозначность, ответ да. Ты прям вот порадовал. Мы все ждем. Просто держим за нее кулачки и все верим. Наняли бы, я не знаю, там... я не знаю, как это называется. Ладно, пропустим тему, лучше этого еще не так скажу. Тем временем спрашивают, были промо. Промокоды у нас, как всегда, будут. Будут в конце. Разыграем их через форму. Если у вас будет очень много, то и суперприз, конечно, ожидайте. Те, кто не помнит, чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо быть подписанным на наш канал. Также поставить лайк, но это не обязательно. Это чисто от меня просьба поставить лайк под этим видосом. Желательно также открыть настройки приватности, снять там все галочки, чтобы могли посмотреть на честность вашу. И после этого вы будете участвовать. Тем временем игроки пытаются прорваться. Правда, это тяжело назвать. Тут подсадка идет. Мистер Вуди, Леново, Ливон и... Да, просмотров пока что у нас не так много, как хотелось бы, но... Ничего страшного. Хотя бы столько. Так, ну что-то много у нас игроков, да, точнее игроков, помощников у нас справа стоят. Мистер Вуди, кстати, где Изиди вообще? Кулинара убили. Да, а, Кулинара убили, да, неплохо. И скилл Москвы. Так я не понял, где Изида для мистера Вуди? Я требую ему Изиду. Кто-нибудь, оденьте Изиду уже, подлечите парня бедного на мамонте-то. Мины хочет снять, доброе дело сделать. Правда, скилл Москвы был незащищенный, без модуля. Видимо, забыл одеть. Так, мистер Вуди у нас на магнуме пытается выносить сверху. Лично, код Смайла снял. Ну, кот Смайл убивали. Да, да, остались сверху лишь мины. Это будет тяжело. Угу. Особенно, когда видим, что у Шота находится резист от Магнума. То есть он подготовился. Да, овердрайв есть. Но уже заюзал. Ну, блин, клан этот АТТ вообще не выходит. То есть ребята все-таки намерены забрать голд последние своими силами. Конечно, на победе админа никто из них так не заходит, но фуловым составом. Но все-таки заходит. Когда еще спаси голд будет? Спаси голд у нас раз в неделю стандартно проводится, поэтому приходите через недельку.
Вот завтра у нас будет победи админа, там небольшой бонус вас ожидает, поэтому предлагаю всем попробовать поучаствовать. Да, обязательно праздник. приходить, поучаствовать. Почему в Спаси Голде можно участвовать только с высокого звания? Почему? Я не знаю, почему такое, как бы, у вас Я помню, как сложилось однажды мнение, а тут заходили от маленького сержанты. звания доступно. От ефрейтора, по-моему, или как там называется. Да, ефрейтор. Ну, я помню, как заходили на сержантах. Вова, не теряйся. Я чуть-чуть вылетел. Расскажи, что происходит на карте. Так. Мистер Вуди пытается слить Аргента. Но его воин замечает скилл Москвы и убивают. Тем временем доктор Хаус пытается слить верхних. А, кстати, у нас уже ссылка на форму розыгрыша находится в чате, поэтому начинаем заполнять. И да пребудет с вами удача. Кстати, эспорт заслили. Ага, то есть храбрый вулкан у нас уже все. Да? А вот ворон сливали. Но тем временем прорываются. Мистер Вуди подъезжает. Доктор Хаус. Пытаются слить. Константин решил изменить позицию, взял. Константин решил изменить позицию, взял шифта и пытается защитить его сверху. Да. Просят у нас ребята в чате освободить место для них. Ну, я вам скажу так, даже если вы просите, и вам внезапно кто-то решит освободить место, я бы не надеялся, что вы туда зайдете. Там кроме вас столько человек хочет туда зайти, поэтому вы не единственные. Да. Может быть, найдется добрая душа, которая освободит место и даст. Ну, вообще, конечно, да, можно попробовать. Выйти Бэмби, например, да, стоит просто так. Чё Бэмби делает там? Бэмби может, он можно хочет спокойно, своей как говорится, красотою. Забирать оттуда. Нет, может, он хочет своей красотой их убить. А, именно так, да? Да. Так тоже бывает? Да. У тебя получалось? Ой, часто. Кто-то внезапно из игроков тебя сразил своей красотой, и ты такой, оп, я полечу в минус, пока, ребята. Нет, бывает так, что если уничтожаешься. Случайно на delete нажал? Да. И мне такое часто бывает. Когда смотрю на игрока, у него такая красивая краска. Что я так зачарован был, что однажды пожал делит. Ничего себе, даже первый раз об этом слышу. Я ни разу не замечал, что кто-то на делит специально нажимал. Я думал, ой, что... это у нас был конкурс, был СГ, по-моему, тоже проводили. Кто-то из игроков был в красивых красках, что я так засмотрелся, что даже делит нажал. Да и у меня часто такое бывает, что я в минус падаю. Секрет в том, что я часто от красоты красок пленен. Так что вот, кто еще не знал? Теперь знайте, если играет против Архангела, сразу краску топовую одевайте, он сразу полетит в тартарары. Игроки пытаются взять золотой ящик. Напомню, что остался на вышке здания. Это знаешь, так говоришь, игроки пытаются взять золотой ящик. Помощники пытаются игроков слить, но ни у кого ничего не получается. И мы продолжаем. В принципе, так и есть. Да, да. Ливон что-то через низ решил поехать. Мне интересно, там что-то особенное у них находится. Или все-таки они на подъем этот дальний так далеко собрались ехать? Видимо, у них есть стратегия.
которыми даже не знаю. Доктор Хаус все-таки забрался. Его сзади гром, которого не видел. Импровайзер начинает лупить уже. Личный рельс в Доктор Хаус. Аптеку будет свою юзать. Тут еще это. Ну хоть раз-то ты должен выдать. Что ж ты ехал-то просто так? У него был овердрайв. Мог заюзать. Может быть, он здесь любит их. Маленький лайфхак для игроков. Возьмите все магмы. Встаньте сверху. Ну, снизу. Стрельните одногонять. Ага, пытались уже. Были попытки, я помню. Там пока сами помощники не выйдут, и не получится так. Ну как, я помню, на ПА люди брали так, сливали. Паника. Паника у людей бывает из-за этого. Да. Тоже маленький лайфхак для вас. Сейчас вам Архангел расскажет, как быстро закончить «Спаси Волт» с «Победи админом». Слушайте его. Слушайте. Да, я, можно сказать, тоже активно принимаю участие в этом. Так что, я думаю, полезно будет вам. Промокоды на кристалл или на краски? Рома Андреянов спрашивает. Рома, промокоды на что-то из этого. Может там что-то быть другое. Может быть кристалл, может ремка. Я не в курсе. А может быть даже и краска. Насчет краски я бы не столько загадывал. Там, возможно, в супер контейнере будет краска. Ну, в обычном промокоде, я думаю, вряд ли. Но надеяться стоит. Как говорится, надежда умирает последней. Да, ну, как принято у нас говорить на стримах, слово умирать нельзя, поэтому лучше говорить. Вуди пытается убить сверху последний. Людей, которые стоят. И у него это удается. Только если бы у него была аптека, он слил. Ну, знаешь, что-то маловато. Надо шота слить срочно. Вот у шота все мины там наверху стоят. По-моему, кисы-кисы уже сливали. Кисы-кисы? Да. Нет, у Вуди почти получилось убить всех их, которые стоят наверху. Если бы они оба слил их, то путь был бы открыт. Кстати, мистер Вуди пытался подняться наверх. Да, доктор Хаус сейчас, в принципе, пытается, но я бы не сильно на него рассчитывал, ведь он находится в модуле, который... Зачем он вообще в модуле делал? Уже лучше бы админы свои любимые одел. Вуди, вот, красавчиком должен быть. Давайте, ну один магнум. Вот два магнума. Киса-киса его лечит. О! Е! Остался его скинуть. Шот просто красава. Да. Мин? Нет. Путь открыт. У них КД. А это значит... То, что скоро завершится. Да, и не забывайте, форма в чате у нас. Напоминаю. Я только хотел сказать, лишь бы шот не упал и падает. Ну все, больше мин тут нету. Только парочка, и это не так много, как хотелось бы. Для помощников, да? Константин, ты доложил за скисы-кисы? Вдвоем сидят, как голубки. Я думаю, что... Если слить Константина вместе с кисой-кисой, то... Константин решил один защищать голд. Ага, вот так, значит, ты поздравляешь с 8 марта кису-кису, Константин, да? Но я тебе припомню. Истинный джентльмен. Встречу я тебя в рандоме, ну получишь ты. Слушай, если сейчас Константина убьют, то это будет последний голд. По-моему, сейчас... Я думаю, сейчас возьму, да.
Не-не-не-не-не, да в этом Нет, дофига куда-то поехал. мины. Ну шансы-то были, он его прям поднял, понимаешь, прям. Надо уже было тащить. Вот сейчас, ну что сейчас, ну что, надежда потеряна. Да, потому что помощники снова зашли на свою точку. И киса-киса снова отправляется в килл-зону. По-моему, ее опять кости скинул. Так, ну, сейчас у нас крушитель надо сливать срочно, да, и тащить. Крушитель не пускает всех вообще. Все полетели в минус. Да. Вот один, два, три. Ух, как прорываемся, прорываемся, Рвался погнали, в парни. бой. Эспрос хотел помочь Косте Константину. Ну вот Константин, конечно, как затычка там стоит, получается мимо его проехать. Вот сейчас, в принципе-то, можно попробовать Константина сливать. Константина сейчас сольют. Но должны одну рельсу выдать. Кто ее выдаст-то? Последняя рельса даже магнум. Вуди, ну Вуди, ну дайте ему рельсу, сейчас же киса приедет. Ой, все. Вуди лечит. Вуди хотел слить его, но не смог. Киса начала его лечить. Но Костя опять остался один. Видишь, они друг другу не помогают. Я бы сейчас овердрайв друг другу включил, слил бы Константин, но нет. Они такие Да, жадные, знаешь. я часто замечаю это. Потому что иногда такие моменты бывают, когда если включишь овердрайв, то все может раньше закончиться. Прямо присосался. Присосалась аргент, ну ничего страшного, да, бывает и такое на изиде. Краска мне-то нравится, лепестки сирени. Есть у тебя такая? Нет. Почему? Не Почему? повезло. Больше всего наш, ты не поверишь, но я как истинный танкист ношу зеленую краску. И это называется краска матрицы, да? Еще скажи. Нет, простая зеленая. Ну, ты прям как новобранец. Да. А вообще она красивая. Знаешь, такая даже не надо думать, какую краску одеть. Просто Да знаешь, надеваешь я бы зеленую. вообще ее продавал за кристаллы в гараже. Я вообще бы вынес ее. Я ставил чисто металлический корпус, а краска зеленая была бы у нас, я За даже не в золото. гараже, а в магазине. О, я бы ей дал И назвали бы ее 999 рублей. анимированной. На самом деле она бы просто была зеленой, но сказали, приложи фантазию и подумай, что она анимированная. Зеленый цвет меняется. Коста. Я думаю, что-то подобное у нас будет. Много чего интересного, когда HTML5 выйдет. Ну, пока мы все в ожидании. Его уже не первый год. Я думаю, этот год будет последний. Звучало двояко, знаешь. Да. Кстати, трое уже вышли, у нас новые игроки заходят. Негатив, сейф и сосиска в тесте. Кто там хотел у нас зайти? Вот, простите, теперь у них места. А может быть, это и есть люди, которые хотели зайти. Ну, Тогда мы, искренне наверное, не поздравляем просто их. так стояли там снаружи и ждали места. Да. Иногда они такие прикольные попадаются у игроков. Такие как сосиска в тесте. Ты часто встречаешь игроков, которые ники прикольные? Знаешь, ник сосиска в тесте есть со званием легенда. Вот. И довольно-таки часто я в одно время играл против него. Вот и сейчас я даже его видел где-то в бою, поэтому
Либо это его мульт, либо просто похоже на этот ник. Бывают, да, интересные ники. Бывают, бывают. Кстати. Например, вот еще скажу, вот есть у нас ник, как раз-таки наш оператор Immortal Herodov. Но всяких ников Immortal та-та там, например, даже модератор у нас есть русскоязычного чата, тоже Immortal написано. И у него не было такого изначального ника, то есть это потом уже добавлено. Да, кстати, я сейчас... Кто-то спрашивал, почему играют в основном легенды на Спаси Гавдея. В сосисках тесте первый сержант. Совершенно верно. Поэтому кто не согласится, смотрите там. Тем временем разъяренный мистер Вуди уже на момент отвиним мчится. У нас остается 5 минут до конца Спаси Гавдея, либо мы уйдем. Поэтому советую поторопиться ребятам. Не забывайте форму заполнять, потому что мы сразу будем разыгрывать. Брат летел в голду, но он перелетел. Угу. Да, теперь мы дождались вас по шафтов. Ну, почему бы и нет? Да. Да, спрашивают, кто здесь комментирует. Ну, комментирую, напоминаю, я Антон Чертик Еретик и мой напарник Архангел Владимир. Поэтому добро пожаловать. Те, кто присоединились недавно. Или просто люди, которые пришли за промокодом. Назовем их так. Я думаю, сейчас бы помощник хорошо бы поддаваться. Ну, как бы сбавлять пыл. Ты так не думаешь? Сбавлять свой пыл. Я бы делит нажал уже, помощники, да? Делит есть у вас там? Кнопка есть? Может, у них делит сломался. Ясно. Я обычно, у меня кнопка делит. Ну, пустите меня туда, я помогу им нажать этот delete. Я скажу маленький секрет. Каждый раз, когда я приходил на СГ, у меня все время как-то delete нажималось. Из-за краски. Так вот. У меня delete сломался. То есть ради этого, и у меня delete сломался. В общем, на будущее, в общем, рассказываю лайфхак для игроков. Одевайте шафт, одевайте устройство на увеличенный урон и сливайте всех викингов, вообще всех, любых, с резистом, вообще все резисты сможете слить. Там мало кто одевает 35 шафта, в основном у них двадцатки, у этих мажоров двадцатки. Одевайте шафты с устройством, и им резист этот не поможет. Под броню они будут находиться, ДДшку рубите, и все просто улетят. Поняли меня? И а что сами? Что все? А чтобы вот, моментально слить, например, крушить, лезть на тяжелом корпусе, и он подашки, то все вместе прицеливаемся и стреляем. Ну, да, я имею в виду, что изначально сливаются викинги, то есть для начала. А там уже с организованностью, раз вы заходите таким большим кланом, можно, в принципе-то... Вот скидки будут, купить устройство на шафта. Если шафта нет, то шафта купить, потом устройство. Маленький и лайфхак. Таким способом, считайте, лайфхак от Антохи Чертика, сливаются ребята все. Я, ну, и вот если бы я туда зашел, я бы так всех слил. Да, твой лайфхак. Если меня туда пустят, патибол долго не продержится. Мой я маленький не буду лайфхак. Собирать мины, как они это делают. Я их с респа выносить буду. Да, пробуем. Так. У тебя был лайфхак, теперь мой лайфхак. Также основном надо сливать тяжелых корпусов, потому что от них очень много мин. Если слить все тяжелые корпуса, то будет очень мало мин. Да. А
обычно поморские на тяжелых вкусах больше не ставят. Спрашиваю, тут админы есть? Ага. Админы где-то есть, но не здесь. А и как бы есть, но их как бы нет. Время у нас 40 минут. И, по-моему, спаси гол, пора, как говорится, адьос делать. Крушитель, вулкан, пробел убери, пальчик с пробела убери. Дай людям забрать у нас гол. Да нет, я думаю, все-таки пускай держит. Потому что если он не знает, то есть такая особенность у вулкана, если долго зажимать пробел, то есть само сгорание. Если его никто лечить не будет, то мы все знаем, чем ты кончится. Ну конечно, размечтался. Ну, вот смотри, сейчас он горит, и зиды нет. Если он забудет, что надо убрать палец в пробел, то может... Ну нет, Изиды его спасает. Артем. Да, я думаю, мы будем уже закругляться с Василием Голдом, раз ребята размечтались, и на время вообще никто не смотрит, им, в общем, нравится. Так что будем переходить к розыгрышу медленно. Ну, потом я останусь на карте, если заберут все-таки золотой ящик, и обязательно вам об этом я расскажу. Да, смешно, это не в первый раз такое. В общем, да. Я думаю, надо закруглять по Seagold. Да, я помню, как мы сидели 50 минут, тут вот, ну, как бы меня, то в первый раз так долго. У нас, кстати, дальше по плану сегодня будут турниры Блиц. Аж два боя мы будем показывать. Ну, не лично я, конечно. Будет турнир 8 F9, поэтому оставайтесь еще и смотрите, конечно, на розыгрыш, если кого-то это интересует, тоже будет там проводиться. Я думаю, что серьезно игрокам надо задуматься о взятии золотого ящика. Воу. А ты не хочешь сходить Константину сказать, как он хороший? Можно. Я тебя подожду. Да, многие у нас ждут промокод. Промокод, конечно, у нас будет. Наш Мадар, это Наташа, конечно, всем раздаст ссылку на заполнение формы. И кто не в курсе, у нас завтра будет праздник 8 марта, поэтому не забывайте Наташу поздравить. Наташа любит цветы. Не, я сейчас сижу и думаю, я думаю, серьезно, выгодно сделали, поднесли праздник в честь 8 марта. Ну, даже сами черные ящики. Как ты думаешь? Ну, да. Конечно, и если вот это как-то пометили бы, что это именно черный ящик падает, а не, знаешь... Голд от игрока. Это было бы еще комфортнее, скажем. Да, кстати. Ну что там, Константин, так и танк свой не может убрать с прохода. Надо бы ему помочь. Надо бы ему помочь.
Минок нету, осталось только их слить. Убивают кису-кису. Константин, как истинный герой, уходит назад. А киса-киса уже приехала. Да. Миша... Включает овердрайв. Миша, выключай это. Выключай, пожалуйста, эту картинку. Она мне уже это... глаза мозолит. В общем, мы будем переходить медленно к розыгрышу промокодов. Потому что время у нас не резиновое и эфир ограничен. Впереди у нас еще трансляции, поэтому начнем уже, пожалуй. Да, я думаю, начнем. Три промокода мы разыграем. Суперприз, не знаю, будет или нет, но пока что три промокода.